Дорогие организаторы, участники и гости 10-го международного кинофестиваля «Русское зарубежье», дорогие сотрудники Дома русского зарубежья и команда киностудии «Русский путь». Я русская, преподаю русский язык за рубежом, в 14 тысячах километрах от вас, в столице австралийского штата Квинсленд, в городе Брисбен. Это памятник святому князю Владимиру, поставленный в 1995 году русскоговорящей общественностью Брисбена на территории университета Квинсленда, где с 1961 года преподается русский язык и изучается русская культура. Среди студентов, изучающих русский язык в школе языков и культур университета, есть как австралийцы, интересующиеся Россией, так и австралийские потомки русских, желающие восстановить свою связь с Россией. И в этом году для них проводится показ 8 неигровых лент фильмов режиссеров киностудии «Русский путь» о русских в России и русских за рубежом. И пока ни одна из картин не оставила равнодушными наших студентов, преподавателей, друзей и знакомых. Привет из Австралии! Меня зовут Сандра. Хочу передать большое спасибо, что мы получили шанс посмотреть ваши документальные фильмы. Это очень важно для меня и для наших студентов. Нам понравилась ваша работа, и мы желаем вам успеха на кинофестивале. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Страти, я австралиец, живу в городе Брисбен и изучаю русский язык уже 5 лет. Я работал в Москве 2 года и там влюбился в русскую историю, культуру и язык. Мы с учительницей уже смотрели 2 фильма «Сергея и его коллег», «Союзники» и фильм «Упанитория». Мне очень понравились эти фильмы, потому что они изображают другой образ России, который мы редко видим на Западе. Поздравляю вас с фестивалом! Уважаемый Сергей, я смотрел все документальные фильмы, которые Леся нам показала, и хотел вам сказать, что ваши фильмы – подарки миру. Они интереснее, информативнее, и более того, каждый раз я эмоционально переживаю их. Фильм «Погибли за Францию» мне особенно понравился, потому что он затрагивает тему, которая мне близка, и потому что я узнал много неизвестных мне ранее фактов об участии России в Первой мировой войне на территории Франции. Мне также понравился фильм «Союзники», потому что он предостерегает людей от новых войн и показывает, что все ветераны, воевавшие в период Второй мировой войны, вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали, ненавидят войну больше всех. Спасибо вам большое. До свидания. Привет, меня зовут Сара. Извините, я буду читать. Я живу в Австралии, но я родилась в Сербии. Я изучала русский язык с Олесей 2 месяца. Она показывала ваш фильм «Репетиция». Мне он очень понравился, потому что я очень хорошо понимаю, что наши культуры и история похожи. В фильме хороша музыка. Ваш фильм напоминает нам, как музыка может быть молитвой, которая лечит душу и разум. Само да кажем и на сербском, хвала вам много что ste pominjali moju zemlju i našu kulturu i stvarno vaš film je puno znajao i srce mi uzdrmalo dok smo gledali. Za malo i suze da kretu. Hello, I'm Patrick and this is Mika and we're from the reenactment group Za Rodinu. And I would like to thank you for the wonderful films that we've seen, which helped to educate us and other Australians about Russia's fascinating history, which we know so little about from our previous education, and now we have this wonderful opportunity to learn more. So thank you. Thank you. Thank you.
Здравствуйте, меня зовут Мари, и я начала изучать русский язык 2 года назад. Я очень рада, что у меня был шанс посмотреть немного ваших фильмов. Это хорошая практика для всех студентов, и было интересно взглянуть на русский кинематограф. Мне очень понравился ваш документальный фильм о жизни Юла Бринера. Он был необычным человеком. Привет, я Рик. Мне очень понравился фильм о Чехове, потому что он очень информативный и интересный. А также потому что моя дочь изучает кино и театр. Мы смотрели фильм вместе, и он был полезен для ее понимания истории метода Чехова. Дорогие друзья, ваши австралийские зрители очень благодарны вам за предоставленную возможность узнать о России больше и почувствовать Россию ближе. Мы благодарны вам за работу, которой вы себя посвятили, за путь, который вы для себя выбрали, за правду, которой вы служите, за истину, которую вы ищете, за судьбы русских людей, за тоску русских душ, за русский путь и русское наследие. Мы поздравляем вас с юбилейным фестивалем кинокартин о русских за рубежом и желаем вам всех благ, здоровья, счастья, сил и средств, зрительской отдачи и понимания близких. Мир вашему дому и успехов во всем. Удачи на фестивале и в новых творческих проектах. Будем ждать ваших новых работ и до новых встреч. Спасибо вам! Спасибо! Ура! С Богом!